Сегодня в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялось открытие благотворительной акции «Елка желаний». В числе участников руководители органов исполнительной власти, представители политической партии «Единая Россия», общественные деятели. Елки желаний уже 2 года. Идея порадовать детей подарками на праздник родилась в 2018 году. Ее одобрил президент страны. Понятно, что в первую очередь исполняются мечты детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья. На этой елке 18 желаний. Союз женщин Чувашии планирует подарить Матвею Алексухину клавишный инструмент. Новый год – это время чудес. Это время, когда мы встречаемся с самыми близкими. И, конечно же, подарков. Союз женщин Чувашии принимает активное участие не первый год в данной акции. И сегодня мы исполняем заветную мечту Матвея, который хочет научиться играть на синтезаторе. В рамках акции было исполнено уже около 8000 желаний. Мы выполним самое заветное желание самых незащищенных. Пусть каждый неравнодушный, пусть каждый человек с добрым сердцем сделает все возможное, чтобы у детей под Новый год исполнялись их заветные желания. Машины с дистанционным управлением, велосипед, кукольный домик и набор конструкторов. Мечты детей обыденные, но как приятно дарить им радость. Мы посмотрим, какие там желания, и, конечно же, постараемся в ближайшее время до Нового года ставим себе задачу реализовать эти желания, исполнить желания наших детей. Я думаю, это наша святая обязанность. Свои пожелания ребята могут отправить по интернету. До 15 декабря на портале «Елка.РФ» принимаются заявки в режиме онлайн. Новогодние мечты должны сбываться. Ольга Семенова, Александр Атиков, Республика.